Этот комплекс – подарок юным сочинцам ко Дню защиты детей. На открытие специально звать никого не пришлось. Дети начали осваивать площадку еще утром. Международный праздник, праздник детей. И мы совместно с депутатами законодательного собрания края, с депутатами городского собрания города Сочи подготовили вот такой подарок. Здесь можно будет играть в футбол и волейбол. На земле специальное мягкое покрытие, которое позволит избежать травм. Есть качели, скамейки, горка. Детям с улицы Исауленко этим летом скучать не придется. Елена Аверина, председатель совета ТОС, говорит, открытие площадки ждал весь микрорайон. Дети смогут проводить здесь каникулы все свободное время. Это для них очень огромный подарок, потому что эта площадка, она была у нас, но ее просто сделали современной, новой. По просьбе главы города Анатолия Пахомова 1,5 миллиона рублей на ремонт детской площадки были выделены из фонда депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Звягина. На этой площадке, как и на сотнях других, в летний период администрации города будет организована работа аниматоров, тренеров и волонтеров. Мы будем и впредь строить такие красивые детские площадки. Мы будем впредь уделять большое внимание развитию детства и юношества на территории Костинского района города Сочи. Еще 3 года назад новые детские площадки в Сочи можно было пересчитать по пальцам. Сейчас их счет идет уже на сотни. Этим летом в Сочи будут работать уже 257. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.